недели лета в юнармейце, любимом лагере, они пролетели незаметно, но, несомненно, оставили море ярких впечатлений. Первая смена была тематической, патриотической направленности. В течение этого времени здесь отдохнули 340 школьников. Ребята участвовали в различных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, но самое главное, нашли новых друзей. А хотите ли вы вернуться сюда, в лагерь юнармейц? Замечательно. Вот это самое главное, для чего мы, взрослые, и ваши замечательные вожатые работают здесь. Мы делаем все, чтобы эти короткие 21 день для вас были тем летним подарком, который вы заслуживаете. Самая высокая оценка лагерной смены – это когда ребятам не хочется уезжать. Сегодня мы точно плакать с вами не планируем, завтра можно будет чуть-чуть. А так мы вас ждем, юнармейцы, всегда юнармейцы для вас открыт. Спасибо огромное организаторам, спасибо огромное вожатым. За это время ребята не только отлично отдохнули, но и смогли многому научиться. Мне понравился юнармейцы, я тут много чего увидела, мне понравились новые кружки. Это очень познавательно и интересно заниматься. В день закрытия смены был подготовлен праздничный концерт, и здесь отдыхающие и их вожатые смогли в очередной раз проявить себя творчески, показать яркие номера, танцы, песни, инсценировки. На память об этом чудесном времени, проведенном в кругу друзей, они написали друг другу теплые слова прямо на лагерных футболках. Так символично и трогательно. Закрытие смены – это немного грустно, но все же ребята знают, юнармеец всегда их ждет. Приезжайте в лагерь, юнармеец! Анна Бальет, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».